Ученые назвали новую опасность путешествия на Марс. Специалисты полагают, что воздействие радиации на астронавтов является более серьезной проблемой, нежели полагалось ранее. Причиной тому служит снижение солнечной активности. Группа ученых из Университета Нью-Гэмпшира в США установила, что воздействие радиации на астронавтов в ходе марсианского полета может оказаться куда более серьезным, нежели полагалось ранее. Об этом пишет Физорг. Причиной тому служит снижение солнечной активности, благодаря чему ветер менее эффективно отражает космические лучи. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав данные Крейтер, прибора, который расположен на борту автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter. Его главная задача – оценивать вредоносное воздействие космических лучей и солнечной радиации. В итоге ученые заметили, что излучение объектов, расположенных за пределами Солнечной системы, усилилось. Причиной, по мнению специалистов, является аномальный по продолжительности период сниженной солнечной активности. Кроме того, в ходе исследования была также выявлена опасность от самого Солнца за счет испускания высокоэнергетических частиц. Ранее сообщалось, что NESA показала новую вспышку на Солнце, которая стала единственным свидетельством активности звезды за последние недели. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.